Волна недовольств тем, что едят ученики в столовых, привела к тому, что стоимость завтраков и обедов в чебоксарских школах и детсадах вырастет. Причем сразу на 20%. Примерно настолько, по подсчетам чиновников, подорожали продукты, из которых готовят первое и второе. Об этом сегодня на еженедельном совещании в мэрии объявила замглава администрации города Ольга Чепрасова. Она отметила, что в последний раз стоимость завтраков и обедов у детей в Чебоксарах менялась в 2018 году. Начальник управления образования города Елена Сахарова, в свою очередь, отметила, что с 17 января среди родителей учащихся проводился опрос на тему питания. В нем приняли участие 31 тысяча мам и пап, и большинство из них были согласны с повышением цен. Однако в опросе не указывали, насколько именно собираются поднять стоимость завтраков и обедов. Отмечу, сейчас для школьников младших классов завтрак. Завтраки будут стоить 25 рублей, обеды – 65. Для учеников с 5 по 11 класса завтраки подорожают до 30 рублей, обеды – до 72. Стоимость одного дня пребывания в детском саду теперь обойдется родителям 138 рублей с копейками. При этом питание льготников и младшеклассников в школах останется также бесплатным. Руководством города Чебоксары принимаются меры по поддержке социально незащищенных слоев населения в части предоставления льгот по оплате стоимости горячего питания. На эти цели в бюджете города Чебоксары в 2022 году предусмотрено 52 миллиона рублей, в том числе 25 миллионов рублей для детских садов, 27 миллионов рублей для школ, а этой льготой пользуются 7 тысяч школьников.